красного угла ринга спортсмен из Узбекистана. Red corner boxer from Uzbekistan. Adiljon Спортсмен из России, Red Corner Boxer from Russia, Ришат Адиljon Aslonov, Узбекистан. Синего углу ринга Ришат Бакиров, Россия. Три поединка у нас осталось в сегодняшней программе 14-го международного турнира памяти героя Советского Союза Константина Короткова. Напомню для тех зрителей, кто только может присоединиться к трансляции, 16 стран в этом году представлены боксерами на этом турнире на ринге в Хабаровске. Мы с вами смотрим сейчас 10-й бой этого вечера. Весовая категория 86 килограммов. Мощный Адиljon Aslonov из Узбекистана встречается с Ришатом Бакировым из России. Ну, скажем так, в этом году команда Узбекистана приехала там не первыми номерами, где-то вторые, третьи, там и четвертые номера сборной, но тем не менее она очень сильная. Тут очень много молодежи, привезли солидной. В основном многие, отметим, что выступали на чемпионате Азии, как молодежным, так и взрослым. Естественно, все сборники. Адиljon Aslonov в прошлом году был финалистом чемпионата Азии, где все-таки уступил. Но и при этом отмечаем, что в своем весе он бессменный чемпион Узбекистана уже на протяжении 4 лет. Поэтому соперник для Ришата Бакирова очень солидный, очень серьезный. Ему 28 лет, отметим. Вообще, конечно, так команда Узбекистана обычно называется узбекскими тиграми. У них логотипом тоже и на форме. Ну и посмотрите, да, то есть на то, как атлетично сложены боксеры. И здесь, конечно, удары уже очень солидные. Сколько энергии вкладывается абсолютно в каждый удар по сопернику. Концовка первого раунда. Это, конечно, первым номером работает боксер из Узбекистана, ну и понятно, и слышим мы разные реплики из зала. Тяжеловато, конечно, приходится Ришату Бакирову, тут ничего не скажешь.
то где-то вот знаете, вот в этом весе, тут, конечно, одно попадание может вообще все решить сразу, абсолютно. Многие поединки на этом турнире получились равными. Смотрим еще раз яркие моменты первого отрезка этой встречи, в которой, напомню, встречается Адильжон Асланов из Узбекистана. Он чемпион Узбекистана с 19 по 20 год. Каждый год он выигрывает чемпионат своей страны в этом весе. И Ришат Бакиров из России. Ну, конечно, тяжеловато. Бакирову, где чего не скажешь. Он представляет, кстати говоря, Оренбургскую область, является ее чемпионом. Ван Китти указал, что боксом занимается с 8 лет, то есть уже на протяжении 19 лет. По всей видимости, да. Занимается, видимо, Ришат Бакиров. Правильно ли мы поняли все жесты или нет? Мы сейчас послушаем. Да, по всей видимости, так, наверное. Дамы и господа, ввиду отказа соперника от продолжения поединка, победу одержал боец из Сиопа Ришат Бакиров, Россия. Все, интересно, видимо, то ли какое-то повреждение, то ли что-то, видимо, так победа дает Ришату Бакирову, но узбек на самом деле в полном порядке, видать, где-то что-то, ну, тут мы сейчас причины, конечно, не узнаем, но, видимо, где-то что-то почувствовал, или какое-то повреждение, либо что-то, либо, может быть, знал и изначально вышел тоже.